Есть револьвер, который очень-очень быстро стреляет, если, ну, если тыкать. Такс, обрез. Не очень мощная вещь. Недорогой револьвер. И, по-моему, у нее есть что-то. Сейчас. У нее есть вот этот вот портрет очень-очень странный. То есть, и я не знаю, что она обозначает. Правда не знаю. Вроде бы не грубо спросил. Не, Верт, что такое? В смысле? Мало... Не-не-не, Верт, это норма. Поверь, то есть, ну, я не против отвечать на такие вопросы. Они нормальный, адекватный вопрос. Блин, а у нее мощный револьвер. Хм, петуха с двух патронов, обычного с трех. Это интересно. Вопрос-то нормальный про бесплатный антивирь, Верт. В этом нет ничего плохого или страшного. Так что зря ты так. Варк получил урон, впал в рейдж. Рейдж, девушка. Такс. Пяу-п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 яу, блин. Поэтому жря ты так. Дробовик ее в упор, обычных пулек убивает, дробовики чуваков с двух. Так, на заметку. Ах, Firefox, серьезно, вот я говорю. Это уже даже не подсказки, это какое-то наставничество, я это очень не люблю. Дай человеку, в данном случае, ну, стримеру, мне, просто спокойно поиграть в игру, сам открывая что-либо, самому открывая что-либо. Не обязательно подсказывать абсолютно по каждому поводу каждый вопрос. Серьезно тебе говорю. Это мешает игре. Мешает получить удовольствие от игры. Поэтому ни к чему. Иначе, смотрите, а модеры все-таки могут замутать. Так как модератор у меня всегда правый, я с ними даже соглашусь. Так, погнали дальше. Оу, тихо, тихо, тихо. Ауч. Вот это меня знатно отбросило. Вот ботинки, они прикольные этим. Если они не отбрасывают, вот эти пульки вас больше не отбрасывают, то ботинки это вообще шик. Пока что пулька меня только раздражает. Так, дышишь? Не дышишь. Окей. Ага, банка с мухами. Окей. Банка с пчелами, вернее. Но коктейль молотом мне поинтереснее будет. Так, это еще зелье свинцовой кожи. Мутация и ствол. Не. Не то, что бы я хотел. Шняга. Я даже видел, как она все это сперла, она меня не испугалась. Крысиная свинья. Вау, шаг пошел преступницы, да, Альба? Разнообразие, все дела там. Вот это я понимаю коктейль Молотова. М? М? Иди, иди, иди сюда, привиденька. Кыс, кыс, кыс. Одно, но у нее очень долго перезаряжается ее коктейль Молотова. Просто безумно долго. Ты используешь его ради очистки какой-то комнаты достаточно сложной. И потом весь этаж ты пытаешься его зарядить. Но вы видите, он заряжается, то есть любой предмет здесь заряжается от нанесения урона врагам. Вы видите, сколько он заряжается, хотя я уже врагов поубивал достаточно приличное количество. Понаносил им урон и поубивал их. То есть, ну, действительно, очень-очень-очень долго перезарядка. Даже так, чтобы вы поняли, ну совсем очень долго перезарядка. Ну вообще не катят, не потянули. Поэтому, в принципе, этот коктейль Молотова целесообразный использовать, ну разве что непосредственно на босса. И босс горит с него хорошо, и перезарядка. Пока ты будешь долбить босса, у тебя, скорее всего, перезарядка как раз откатится. Сколько раз сдох уже? Да хрен его знает, много. Если ты про суммарное количество, то много. Ать, оп. Так, у меня, по-моему, есть еще один ящик на этаже, да? Вроде как, должен быть. Так, пульки. Ать. Минус пулька. Ать, минус еще одна пулька. Найс. Так, здесь на что? Камин? Нет, это не камин, это просто комната. Так, это комната с этими. С обычными летучими мышами постоянно. Так. И еще одни. Нет. Ну, будь хоть чуть-чуть более меткой, но я тебя прошу, спасибо. Так, перезарядим. Обрез в руки. Вау, королевский сундук. Это что такое? Адский бластер. Тррррр, лошадка.
Окей, 999 патронов. Да, я знаю, мне просто было лень идти. Ну, типа УЗИшки, только ты не видишь пуль. То есть ты знаешь, что он косой, но ты не видишь, насколько он косой. Ну, мол, окей. Так. Окей, жишь, вот теперь можно уже в магазин. Сейчас, как ты относишься к армии, будешь косить или служил? У меня уже есть военный билет. Отношусь к армии негативно, считаю это пустой тратой времени. Хотя знаю людей, которые к армии относятся положительно, потому что считают, что это хорошая школа жизни. Я их могу понять, но у меня к армии такое, что я считаю, что это трата времени. Трата года своей жизни. После каждой смерти еще счетчик смертей. Я знаю, Верт, я говорю, что до хрена сдох. Вот у нее фотка делает... А, это фотка делает, что я при получении урона делаю варк. Окей. Червяк Джим. Причем здесь червяк Джим? Ох, Алекс, забей, я тебе говорю, просто забей. Вот просто берешь и забиваешь. И, собственно, босс. Так. Я все зачистил, у меня есть адская пушка. У меня есть босс, у меня есть когда-нибудь молотого, я силен. И тут близнецы твою налево. Так-с. Оу. Я чуть-чуть промахнулся, я не думал, что он настолько недалеко идет. А, это ты пушку имеешь в виду, червяк Джима? Это да. Это пушка из червяка Джима, это, в этом я практически уверен. Она стреляла там точно так же. Слушай, а в натуре же. Я только сейчас понял, действительно, что это пушка из червяка Джима. И она стреляла точно так же, ты не видел пулик, как она стреляла. Так, чайничек вскипел. А вообще классная пуха! Я сейчас прочитал, что DZX 1080 будет стоить 870 долларов. Бывает, чё уж. В свое время и Титан был у Uber каким-то дорогим приобретением. Бластер из Чевика Джима, да. Без урончика. О, калаш, найс! А вот калаш пойдет для прохождения обычных этажей у меня. То есть не с обрезом бесполезным, не с... как его там? Не с пистолетом ее дешевым, недорогим пистолетом. Хорошая пушка, что ты не говори вообще. Босса убивать одно удовольствие оказалось. Зато у меня сейчас опасная преступница с калашом. Все по лору. Если преступница, то с калашом. Классный калаш. Люблю калаш в этой игре. Так, перезарядочка. И перезаряжается он тоже очень быстро. Причем, если есть еще и вещи на быструю перезарядку, то это просто. Забить. Здесь даже обойму тогда не надо вставлять. Просто передергивать затвор и все. У тебя калаш готов. О, патроны. Так, как раз бластер зарядим. Я буду с бластера боссов убивать, пожалуй. Хорошая вещь, чтобы убивать боссов. Боссов. А калаш хорошая вещь для зачистки комнаты. Просто великолепно. Мя, калашик. Так, что мне предложит на этот раз? Так, у меня ноль ключей. Не. Испытаю удачу на Халка. Вот сволочь. Такс. Чё у нас в итоге будет? Видимо, надо как-то так. Такс. А как же дальше? Такс. Как-то так, наверное. Эх! Зараза, чуть-чуть пониже. Хорош. И, собственно, как-то так, наверное. Есть! Три! Бери. Когда-нибудь я сумею бить все четыре, ну ладно. Легкая пушка, третья сторона. Что? Вау! Что? Что это за пушка? Петух. А, это петух, вылетающий потом! Ё-моё! Стоп, этот петух будет жрать, пока не убьет кого-то?
Возможно, это на боссе хорошая пушка будет. Черт его знает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, Вахтел. Не, она просто наносит урон и подыхает. Варк! Ауч. Опять варк. Что-то хреново урон получил. Не, все-таки калашик. Калашик ван лав. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Пушка новая открыла, самый легкий вариант этой игры. Опа. Это утка. Это же пушка для телека. А-а-а, та самая, опей. Калаш во всех играх крутой. Ну, почти, да. А, тебе ачивки дали? Не. Не, не дали. У меня последний это... Очистить первый зал 50 раз. Не, это ачивку все-таки, да, действительно. Здесь любая... Не, ребят, любая вещь, которая здесь получена, то есть... Сообщение то, что я получил какую-то вещь, это в любом случае ачивка здесь. Поэтому... Поэтому Бакедон оказался прав, в принципе. Это действительно очивочко. Очивочко. Блин. Что-то там в очко, это так неприлично звучит, просто забей. Так, обычный сундук. Он не дышит, окей, но ключей у меня нет. Сейчас мы сходим в магаз и посмотрим там уже, где у меня ключики будут. Блин, а в магаз далеко идти на самом деле. Лень. А, нет, двойной проход в магаз, окей. Двойное проникновение в магазин. Смазанный цилиндр. Так, ключ. Смазанный цилиндр. Перезаряжайся быстрее. Да, именно об этом я и говорил для калаша. Это просто охрененно. Отличная вещь. То есть, смотрите. Вы видите, насколько мгновенно перезарядка теперь у калаша? Шик. Это смазанный цилиндр, он невероятно крут. И для калаша, и для дробовиков. А уж той пухой, с которой я сегодня на пятый этаж прошел, это просто незаменимая вещь. Если я, конечно, найду еще разок. Или для разных револьверов, это просто там, считайте, перезарядки нет. Еще один сундук. Окей. О, наковальник, привет. Наковальник это прикольно, очень прикольно. А, с ним я на третий этаж пойду. То есть здесь пока я могу этажи защищать калашом. Дальше калашом уже будет сложно защищать, я пойду на этажи наковальником. А пока что здесь калаш весьма рубит. Тем более, что такой мгновенной перезарядкой. Точно, Duck Hunt на Дэнди. Вова, пушка выпускает гуся. Да, я понял уже. Такс. Оп. Да ладно. Я его еще не убил. На-на-на-на-на-на-на. Оп. Не-н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 е. Блин, охрененная вещь. Люблю калаш. Так, сюда. И огромная комната с ловушками. Окей же ж. Воу-воу-воу-воу-воу. Ать. Оп. Допустим, мы пойдем сюда. Не-н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 е. Шлеп. Шикарная зарядка. На-н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 а-
Мне есть что ему сдавать. У меня есть обрез. И наковальник. А, легкая пушка и обрез. Окей. Так, на тебе легкую пушку. Ам. И на тебе обрез. Ом. Ну-ка. Фу, муравейник. Муравьиное. Оружейский муравей. Не, ну в принципе неплохо, ребят. Что? Вау. Оу, я им-то передом, то задом стреляю. Классная пуха. Не, это тема. Вот эти вот огненные патроны, это тема. Подожди, а что она у меня забрала? Что я здесь оставил? Спасибо за амосил. Я патроны не взял? Хм, я каким-то раком патроны пропустил. Ладно. Я не очень, я весьма лох, я согласен. Так-с, наверх. Ждем-с. Пока патрон. Патрон оставил. Да, ребят, понимаю, лох, согласен. Это сейчас было ничего, я просто два оружия дал хавальнику. Оу, так, стоп. А гарпушка, по-моему, она не горит, да?
В воде не тонет, в огне не горит. Поэтому, ну-ка. Пушка червяка Джима. Воп. Хотя она здесь уже не такая уж, чтобы мощная, я бы сказал. Но, тем не менее, весьма себе решает. А, да ладно. Блин, каким раком я урон получил? Черт. Я надеялся ее без урона... Оу, дважды. Я надеялся ее без урона пройти. Ну да ладно, такой себе. Вот эта ее атака, она несколько вымораживает порой. И... Бедня! Оу, большой гриб. Так, стоп. Так, главное куда-то туда стрелять. Если я буду куда-то туда стрелять, я кого-то там убью. Приехал. И еще... Упс, зараза. Вообще незаметно было. Да, он еще и оглушает, что немаловажно иногда. Жалко, боссов он оглушить, по-моему, не может, но тем не менее. Оп, я не увидел здесь ничего. На. Жить, на. Жить, на. Жить, на. Меня радует, что он насквозь пролетает и фактически убивает еще и врагов за целью основной. Блин, этот ковайник, он вообще офигенный. Не ковайник. Всем привет, здарова. Такс. И теперь дня. Оу, большой гриб. Так, стоп. Такс. Главное куда-то туда стрелять. Если я буду куда-то туда стрелять, я кого-то там убью. Приехал. И еще. Упс, зараза. Вообще незаметно было. Да, он еще и оглушает, что немаловажно иногда. Жалко, боссов он оглушить, по-моему, не может, но тем не менее. Оп, я не увидел здесь ничего. Шняга. Жалко даже где-то, ну ладно. Потеря одной брони. В принципе, не так, чтобы критично, но неприятненько немного. Такс, полусердечко, полусердечко. А, броня, точно. Обычный сундук? Да, изи на самом деле. Так. Пял. Мусор. Спасибо. Так, дальше погнали. Я думаю, я направо пойду. Я замкну круг и дальше буду продолжать двигаться вперед. Шаг, это вчера проходило, я вчера не забегала. Ты пропустила много страданий, которые ты любишь. Я, по-моему, порядка 2-2,5 часов проходил, и у меня ни один ран за Лазаря не пошел. Причем он не пошел у меня настолько, что... я проходил достаточно далеко, но все равно умирал. Короче, вчера было действительно очень-очень-очень грустно. И больно. И неприятно до жути. Я вчера был жутко сильно расстроен. У меня стрим даже закончился не в голосе. Потому что я играл в Босше в конце стрима уже. И у меня комп просто завис нахрен. Он просто сказал, ну нафиг это дерьмо. И завис, короче. И в связи с этим у меня как раз сохраненка Босше и поломалась. Вот, сегодня я тазика чуть-чуть отдохну, сегодня у нас будет оружелье Боши потом. Блин, забавно, это слово фраза, конечно, каждый раз. Оп. Во! Та-дам! Та-дам! Блин, как классно, а? Обожаю наковальник. Он еще перезаряжается мгновенно, настолько, насколько это вообще возможно. У него нет перезарядки, я сразу просто включаю новый обойм и стреляю ей. Это же офигенно. Классный. О, патроны. Но наковальник самое оно. Так. Бум, гриб. Нет гриба. Бум, снайпер. Нет снайпера. Бум, турель. Есть турель. Блин. Так. Внизу, так, слева должна быть секретка. Вряд ли до нее сверху проход. Она должна быть. Она обязана, блин, быть слева. Оу. Так. Так, муравей. Конечно, остаться. Охрененный муравей, просто слов нет. Так, наковальник. Точнее, и наковальник, короче, офигенный, и вот эта вот муравьиная пушка. Она действительно очень крутая, ребят.
Я не знаю, либо почему-то я не проникся, но она очень крутая. Анатомия сундуков, управляемое разрушение, увеличивает, точнее, улучшает шанс хорошего дропа, если я разрушаю сундуки, судя по всему. Блин, по мне все-таки попали. Ужас какой-то. Просто мряк. Нет, кстати говоря, блин, опять попали. Калаш все-таки все еще неплох. Даже для этого уровня сложности, то есть для третьего уровня, калаш все еще неплох. Им все еще можно проходить великолепные этажи. Оп. 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 И опа. Ха-ха-ха. Наковальник. Наковальник. Так, мне нужен магаз. Магаз за... А, магаз там сверху. Окей. В магаз сейчас чуть-чуть попозже схожу. Возможно, даже имеет смысл сейчас забрать кусок патрона на третьем этаже. Только мне надо чем-то дорогу пролить, чтобы ее видеть, а мне нечем ее проливать. Так, глюч. Есть глюч. Оу. Маечная пушка. Нет, хрень полная. Так, патроны 86. Патроны можно купить. Для чего? Для калаша. Спасибо. Да даже броню можно купить, чего уж там. Так, отправляемся за сундуком. Плюс у меня лежит на этаже отхил еще сверху. Тоже немаловажно. Сегодня будет Айзик? Нет, сегодня не будет. Шаг, не зря ты за Лазаря не мог пройти и страдал. Вспомни почему. Да я знаю почему, Настя. Я знаю почему. Шаг, ты играешь в Team Fortress 2? Нет, я тебе в ТФ-ку не играю, мне она не нравится как игра. ТФ-очка немного не для меня. Магнум, 5 или 6 зарядов. Неплохая пушка, кстати говоря. Весьма неплохая. Такс, отхил на этаже есть. Сейчас мы сначала пройдемся по отхилу, а потом уже пойдем босса искать. Такс, а где у нас босс-то будет, ё-моё? А, босс будет после магаза, окей. Видимо, после магаза как раз и есть основной проход. Но для этого я сначала хочу отхилиться. Ать. Оп-оп, докатился, оп, докатился. Так, найс. И теперь, собственно, можно в магазин. Так, а что мне там проклятое предлагает? Блин, это что такое? Набитая звезда. Восковые крылья. За 46. Я уже жалею, что я броню купил. Если бы я не купил броню, я бы мог себе позволить восковые крылья. То бишь полет. А с помощью полета части пуль добывать вообще изи. Как меня раздражают эти слизняки, просто жуть. Это еще и не все. Офигеть, здесь респаун. Оп. Оп. Блин, промазал. Солнышко. Восковые крылья, это так безумно классно. Вы себе не представляете. Так, стоп. Адский бластер. И погнали, кто у нас будет босс третьего этажа. Это будет... Блин, это будет череп. Окей. Черт, я получил урон. И сразу атака темная, да ладно. Ладно, карусел, карусел, кто устал, тот и сел, прокатит на нашей карусель. Оп. На-н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 а. Или его проще чем-то получше валить, я вот даже не знаю. Хотя нет, ХП у него уменьшается весьма... Опять темнота, да ты шутишь. У него ХП вообще уменьшается весьма знатно. Чем? С Магнусом? Наковальником? Могу калашом его бить. Блин, шняга. Я просто не... Блин, как он меня бесит, эта атака, вы бы знали. Серьезно, так, что прям аж очень. Так, мне еще нельзя очень далеко отходить, этот бластер бьет не на всю карту. К моему сожалению огромному. Поэтому мне желательно, естественно, не отходить далеко, далеко, на лугу пасутся ко! Так, а вот здесь вот придется много уклоняться. Хорошо, блин, уклоняться. Оп. Блин, неплохо уклонился, надо сказать. И снова темнота. Да... Чтоб он так часто раньше темнотой этой сраной атаковал, я не помню, честно говоря, такого. Так. Оп. Шняга. Давай, умирай. Умирай, в смысле. Под рейджем ему много урона вписывается. Кстати, насчет Айзика. Смотрел рецензию Steam, наткнулся на
такую, как по мне забавно, убил меня кастану, умер от мухи, весь смысл Айзек. Да ладно. А маслом муравьиным полить нельзя? Можно, но мне нужно все поле. То есть я боялся сам сгореть. Мне тут реально все поле самому нужно. Разрывные пули, мега взрыв. Оу! Вот на этот вот ультра быстрый бластер, да даже на калаш. Наковальник уже не пойдет. А эти разрывные пули, сейчас я в омном на иконе посмотрю. Окей. Добавляет маленький разрывной заряд в некоторые выпущенные пули. Вот, это то, что мне реально пригодится, особенно при такой скорострельности. Можно через калашком этажи защищать достаточно уверенно. Погнали. Я про комнату с шипами. Может быть и можно, на самом деле, Ромас. В принципе. Я не уверен, что это будет работать, честно говоря. Но может быть можно. А будешь играть в новые игры типа Mirror's Edge Catalyst, Dishonored 2? Гнитер, если я смогу, то буду. Dishonored я не жду, честно говоря. Я первый Dishonored не проникся. Честно, я банально не проникся немного этой игрой. История весьма забавная, но вот чтобы прям тащиться от игрушки, я и не прошел в итоге так. Я в нее попытался поиграть, но я не проникся. Ух, что за хрен такой был? Блин, классные разрывные зарядики добавляют такие. Поэтому даже с калашом, на самом деле, достаточно легко стало проходить. Блин, он с дроболуком! Эй, читер! Я тоже хочу быть с дроболуком. Хотя не сейчас, я хочу сейчас быть с более крутым. На замечку себе возьму, посмотрю. Да, неплохая идея, в принципе. Попробовать маслом облить, но... Ты понимаешь, что этого масла надо очень много на такие комнаты. То есть, ну чтобы вот прям реально много. То есть тебе придется стрелять, потом огнем стрелять куда-то в другую сторону, чтобы не поджечь себя. Потом убедиться, что ты путь проложил правильно, пройтись по нему, забрать и стрелять в обратном направлении снова. Возможно, лишние трудности. Возможно. Может быть. Ауч. Рейдж. Классно. Кстати, мелкого мага я убил достаточно быстро, к своему удивлению большому. Я ненавижу этого скелета большого. Так. Пока рейдж надо убивать как можно быстрее, конечно. Раз уж получил урон, надо этим пользоваться. Так, где? Ах ты бафер, ах ты сраный бафер. Не-не-не-не-не. Хотя калаш, будем откровенны, калаш уже недостаточно мощен для этого уровня, вот так скажем. Но все равно, в принципе, неплохо. И еще раз. Бафер вызывающий. Точнее, это уже суммонер, это уже не бафер никакой. Так. Фух, мне бы хоть один долбанный ящик встретить, было бы уже неплохо. Так. На-на-на-на-на-на-на. Взрывное поле! Взрыв на пульке. Рулят до фигульки. Хорошо. Полтора сердечка. Не, блин, на самом деле все очень плохо. Нельзя иметь полтора сердца и говорить, что все хорошо. Все не очень хорошо. Но терпимо. О, тут смерть. Я понял. Тихо. Где тут эта фигурина? Все? Вот такую комнату я встречаю первый раз со смертью, на самом деле. Так, бафер. А вот это уже непосредственно бафер, шняга. Скотина. Какой же он жирный на этом этаже. Просто забей. О, привет, гангстер. Это нормально. Их мне надо убивать все еще. Много. Пустой калаш, черт. Наковальник? Разве что наковальник остался. И осталось одно сердечко. Осталось куча комнат, которые я не проверил, которые могут не вести к секретке, к сожалению. Ну да ладно. Чтобы горючка развлекалась из морозов, надо им попадать в стены или во врагов, так что не пойдет. Да? Ну ладно. Переключаться при перезарядке, но чтобы во что-то попадать. А, то есть, подожди, они со временем сами не падают, что ли? Ну-ка. Так. Да, у них нет дальности, надо им во что-то попадать. Да, Альба прав. Тогда действительно не пойдете. Оп.
Применим тяжелое вооружение, то бишь наковальник. Наковальник. Так, отлично. Ну, собственно, комната одну из я зачистил. В итоге где-то куда-то комната ловушек идет. Пока что комната ловушек я постараюсь избежать. Потому что, ну, я нифига не уверен, что я смогу ее пройти без урона. Вот вообще сейчас не уверен. Шняга. У, привидение. Так, тихо. Что? Он скелета засумонил? Серьезно? Он реально скелета засумонил. Это охереть же просто. Сколько на тебя надо наковальников потратить, ё-моё? Шняга тупая. Танцует еще мразь такая. Так. Безумно сложно проходить. Я не знаю, почему так, но реально безумно сложно проходить. У меня еще это... О, патроны, так. Патроны и шанс выпадения патронов. И сердечки. Мне нужны патроны сначала. Калаш, да. Сколько сердечко стоит? 45 и 30. Японские городовые, они дорогие. В итоге у меня, скорее всего, один сундук остался наверху, и один сундук останется внизу. По возможности я не буду проходить комнату вот это вот с ловушкой. Нет. Я сначала пойду в нижний сундук, а верхний сундук я, может быть, оставлю даже просто так. Так. Ну, что тут у нас будет? Оу. Там, по-моему, котятки еще есть. Да, есть такие. Так, тихо. И снизу то же самое сейчас будет. Снизу тоже будут котятки, от которых мне надо, естественно, уклоняться. Нихуя, это я не знаю, как я сейчас уклонился. Просто на рефлексы, блин, каких-то ПКМ нажал. Если у меня реально уже эта игра рефлексы вызывает, то это безумно радует. Рефлексы для этой группы слишком важны. Так, кто, где он? Долбанный ифрит. Иприт, и Зарин. Есть. Радует, что калаш достаточно меткая шняга. Вот, серьезно. Он достаточно меткий. Пока хорошо. Ну, Гвазика, ребят, не надо говорить или упрашивать стримера пойти во что-либо, окей? Я сам решу, куда я пойду и во что я буду играть, серьезно. Разве мало Вазика? Я не знаю, Вер. Я 3 дня подряд играю в Вазика, и люди почему... Людям вот мало. Люди не... Главная проблема людей. Не умеют довольствоваться малым. Постоянно им всего хочется больше. И это плохо, ребят. Надо уметь довольствоваться малым. Рука Мегамена. Ну, на крайняк, наверное, сойдет. Я не знаю. Ваншу. Оу. Драбададан любви. И у меня не хватит денег его купить. Причем вообще не хватит денег. К моему большому сожалению. Я не помню, ваншотит ли это рука Мегамена кого-то здесь на этаже. Так, все, я фул изучил. 29. Мне не хватит даже на пол сердечка, а на пустышку. Блин, и на пустышку мне не хватает. Черт. Я на босса иду на какого-то без пустышек, без сердечек, без всего, блин. Зато с адским бластером. Стена. Стена, которая не горит, насколько я понимаю, да? Стена, которая пожар мне сразу кинула. На которой я сразу получил урон. Оп, оп. Тихо, тихо. Это жесть. Тихо. Охренеть, взрывной бластер, это просто невероятная шняга. О, твою мать. Я так больше никогда не сосредотачивался, чтобы уворачиваться от ее патронов.
у меня сердце как бешеное сейчас колотится. Стена самая типа... Верт, кому как? Я тебе уже говорил, не выпендривайся. Сингулярность, отстой. Ну офигеть, я ее за 12 купил, а она отстой. Че ты такое? Создает маленькую черную дыру, которая наносит урон всем врагам, разрушает все снаряды, попавшие в ее гравитационное поле. Не, ну в принципе, в плане защиты этот артефакт может быть неплох. Красав, спасибо, что преступница не тащит, да? Ну, дело не в преступнице, на самом деле дело в том, что... Блин, не, ладно, черные дросы. Дело вот в этой пушке, поверь. Ты видел, сколько я в него патронов выпустил? А теперь представь, что у каждого патрона есть мини-взрыв. Да это просто охренеть. То есть тащит пушка. Вот этот бластер червяка Джима, он невероятно втаскивает. Даже не пострелял, разве не интересно? Да, посмотрим. Кузня, однако, ребят. Однако, блин, кузня. Так, калашик. И сейчас я просто ваншотом умираю. У меня пол... А, не, у меня полтора хп, не ваншотом. Ладно. Я же отхил небольшой все-таки получил. Здесь неплохие вот эти вот, за счет маленьких взрывчиков после, да, идут весьма неплохие уроны. Особенно, если ты попал 300 снарядов по боссу, хотя бы половина из которых взорвалась, а это дохрена. Это реально дохрена. Так, стать. Опа, пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Минус броня. Почему-то я подумал, что вниз можно спокойно прыгнуть. Я не знаю почему. Ауч. И снова у меня мало хп. Мало хп. Ла-л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 а. Мало хп. Пятый уровень все-таки реально сложный. Он заставляет... Да, блин, опять этот скелет, который черти что делает. Так, окей. Еще? Оу. Что это за мелкий ублюдок такой, а? Жирный еще такой, что просто забей. Здорово, Зерпаник. Ну так Варк помог же. Да, кстати, Варк помог, действительно. И с Варком эти взрывы были весьма-весьма приличны. Оп. Отлично. Вау, я первый раз видел эту большую пулю. Все? Все, вроде все. У меня почти... Вот, у меня зарядилась сингулярность. Ну-ка, попробуем. Да, офигенная защита на самом деле. И я думаю, на боссе... Блин, на боссе она будет офигенна. Если у босса какая-то будет супер-пупер-убер-мега-атака, это будет реально офигенно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп-оп. Тройные дробы. Это уже не дуплетчики, это какие-то триплетчики. Вау, я не перекатился. Твою налево. Ну это офигенный рамбл, конечно. Просто сумасшедший какой-то. 37 минут. Вот стандартное чуть ли не время моей смерти. В 37-40 минут. Всяк, если убьешь дракона, то взорви его череп.